Эти шесть знаков зодиака смогут разбогатеть с 15 марта. В марте 2024 года шесть зодиакальных созвездий наладят свою финансовую сферу. А кто в списке знаков, которые будут буквально купаться в деньгах, я вам сейчас расскажу. Только для начала советую вам поставить лайк и подписаться еще на мой канал. И да, по ссылке в описании ты узнаешь свое будущее. А мы продолжаем. Первый знак – Телец. По словам астрологов, для Тельцов март станет месяцем расцвета финансовых перспектив. Следует ожидать стабильного дохода и, возможно, даже некоторых прибыльных возможностей. Это свидетельство того, что терпение и упорный труд Тельцов окупились. Однако воздержание является ключевым, нужно противостоять желанию поспешных инвестиций. Следует сосредоточиться на создании прочной основы для своего финансового будущего с помощью хорошо продуманных планов. Второй – Лев. Для Льва март тоже станет месяцем, богатым финансовыми перспективами. Звезды предложат пути получения денежной выгоды, это может быть потенциальное повышение, новая возможность работы или даже неожиданная побочная суета. Следует принять эту фазу процветания с открытыми объятиями. Теперь есть шанс активно использовать новые возможности. Однако будьте осторожны с инвестициями и простой растратой денег. Третий знак – Весы. Март принесет Весам финансовую стабильность. Смогут рассчитывать на постоянный поток дохода, что обеспечит комфортное чувство безопасности. Это благоприятное время, чтобы просмотреть свои инвестиционные стратегии и обсудить свои долгосрочные финансовые планы. Однако нужно соблюдать осторожность с инвестициями с высоким риском, необдуманными расходами. Разумный подход к финансам во время стабильной фазы может проложить путь к значительному росту и прогрессу. Четвертый знак – Стрелец. Для Стрельцов март – перспективный месяц для финансового процветания. Ищите новые пути увеличения дохода, потенциальные дополнительные источники. Этот период полон возможностей, активно пользуйтесь ими. Однако будьте осторожны и не вдавайтесь в спекулятивные авантюры. Будьте благоразумны в своих расходах, чтобы максимально использовать финансово благоприятный период. Пятый – Водолей. Водолеи тоже будут радоваться финансовой стабильности, которую принесет март. Этот период характеризуется постоянным поступлением дохода, что создаст чувство безопасности. Воспользуйтесь этим этапом, оценив свой инвестиционный портфель и согласовав его со своими долгосрочными целями. Будьте осторожны со спекуляциями и избегайте лишних затрат. Благодаря разумному финансовому управлению, эта стабильная фаза может стать трамплином для роста и будущего процветания. И шестой знак у нас – Рыбы. Для Рыб март 2024 года является ключевым месяцем для финансового планирования и принятия решений. Космические энергии будут способствовать сосредоточению на устойчивом создании богатства и управлению им. Это идеальное время для изучения инновационных источников дохода и разумных финансовых стратегий. Однако будьте внимательны к потенциальным ловушкам или обманчивым возможностям. Стремитесь к сбалансированному подходу в своих финансовых операциях и не поддавайтесь искушению поспешного, импульсивного выбора. Сохраняйте четкое видение и стратегический подход. У вас есть хорошие возможности для обеспечения процветания финансового будущего.